даже не хочется говорить за эту игру, если честно. Выиграл 1-0. Не знаю, что произошло. Отошли назад, начали такого выдумывать, какие-то авантюрный футбол играть. Все было в наших руках. Это какие-то моменты даже не могу понять. Зачем прыгать в штрафной площади? Срабатывать пенальти явно. Не знаю. Будем разбираться еще. 5 игр впереди. Будем дальше продолжать. Посмотрим, как оно дальше будет.